Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля, и мы начинаем небольшой сериал, основанный на знаменитых высказываниях Мартина Лютера. Сегодня я хотел бы начать говорить о вере. Одна из важных частей, одна из важных вещей, которые я хотел бы в обязательном порядке сказать, вернее, даже начать с этого, придать такой небольшой оттенок. Вера – это не просто поверить в существование или бытие Бога. Вера – это не просто поверить в то, что Бог любит нас. Вера – это довериться. Вера – это отдать Богу не просто собственную жизнь, но полностью отдать Богу все сферы собственной жизни. Полное, стопроцентное доверие.